Альбрехт Дюрер, родившийся в 1471 году, прозванный германским Микеланджело, обладал талантом живописца, гравера, архитектора и скульптора. Человек серьезного ума, вдумчивый автор нескольких теоретических сочинений об искусстве, он бесспорно стоял во главе своих сверстников. Он тонко чувствовал и с наивной привлекательностью передавал самые неуловимые стороны человеческой природы. Колорит его произведений оригинален, а рисунок причудлив. Отец Дюрера был золотых дел мастером и хотел передать сыну свое ремесло. Но страсть к живописи вскоре заставила Альбрехта оставить отцовское дело. Его работы 90-х годов 15 века выдают прекрасное знание техники. 4 года он учился в мастерской Вальгемута, а затем отправился путешествовать. Неустанно работая в области гравюры, Дюрер прославился в Италии как гравер, а не как живописец. Желая разрушить сложившееся мнение, Дюрер приехал в 1506 году в Венецию и написал свою знаменитую, исчезнувшую впоследствии работу «Мучение святого Варфоломея» для церкви святого Марка. Император Рудольф так был поражен этой картиной, что перекупил ее и перевез в Прагу. Гравюры Дюрера быстро снискали популярность. Известный итальянский гравер Раймонди счел даже выгодным подделывать дюреровские гравюры на меди. В ответ Дюрер подал жалобу венецианскому дожу. Сенат, рассмотрев дело, решил уничтожить поддельные доски, сжечь оттиски гравюр, а Раймонди посадить на полгода в тюрьму. В Болонье Дюрер познакомился с Рафаэлем, и они обменялись портретами. В том же году он получил звание придворного живописца императора Максимилиана. А затем Карл V возвел его в рыцарское достоинство. Городской совет Нюрнберга избрал Дюрера своим старшиной. Но семейные разногласия и неприятности вынудили его оставить этот город. Дюрер отправился в Нидерланды. Но и там продолжались раздоры, которые довели его до меланхолии и мистицизма. В 1507 году он написал по заказу города Нюрнберга для поднесения императору Рудольфу 2 фигуры прародителей в натуральную величину. Ева изображена стоящей возле дерева, с которого змей подает ей яблоко. На другой картине Адам стоит с яблочной веткой в руке, в недоумении повернув голову в сторону Евы.
1511 году Дюрер выпустил в свет гравюры «Житие Богоматери» и «Страсти Господни». Последнее издание было разделено на две серии – «Большие и малые страсти». Здесь техника гравирования уже значительно улучшилась по сравнению с первыми работами художника. Некоторые композиции очень сходны с Рафаэлевыми, а в остальных Дюрер поднимается до высоты истинного таланта. Несколько серий «Страстей Господних» величественны и трагичны. Настолько же проста и спокойна история жизни Богоматери. Гравюра принадлежит к числу тех образных искусств, которые по немецкой классификации называются искусствами распространительными. К их числу принадлежит ксилография, гравюра на дереве, гравюра на меди и стали и гравюра на камне, то есть литография. В XIX веке к ним присоединились фотография, цинкография, фототипия и так далее. Гравюра на дереве впервые появилась в Германии. Художник выбирал гладкую доску сухого дерева, грунтовал ее мелом, по мелу наносил рисунок и затем при помощи острого ножа делал выпуклым каждый черный штрих. Затем на доску натирали краску, и при нажиме на бумагу получался черный оттиск рисунка. Вначале гравировали только контуры, а оттиски раскрашивали от руки акварелью. Первые гравюры на дереве относятся к XIV веку, когда с их помощью изготавливали игральные карты. При отсутствии хороших инструментов для резьбы гравирование на дереве было очень трудоемким, и с конца XV века его стало вытеснять гравюра на меди. Техника гравюры на дереве в то время не располагала ни пальмовыми досками, отполированными поперек волокон, ни граб-штихелями, дерево резали простым ножом по длине волокон. Когда появилось травление на меди, афорт, многие мастера предпочли его дереву и достигли в этом высокого совершенства. Это относится, например, к Рембрандту. Гравюра на стали появилась позднее. К 1511 году относится и другое величайшее творение Дюрера – «Святая Троица», написанное для одной Нюрнбергской церкви. В облаках сидит на престоле Бог-Отец и держит в широко раскрытых объятиях крест с распятым сыном. Над этой группой парит голубь, Святой Дух. Вокруг них ангелы и святые. Внизу коленопреклоненная толпа, в которой много портретов современников художника. Под облаками видится пейзаж, а сам Дюрер в роскошном меховом плаще держит доску с надписью о том, в каком году была написана картина. В последующие годы Дюрер создал целый ряд гравюр, из которых особенно известна гравюра на меди «Рыцари смерти». К удачным работам можно отнести портреты периода 1520-х годов. Однако Мадонна оставляет странные впечатления. Превосходно исполненная в техническом отношении, она поражает суровым лицом, которая совершенно не похожа на изображение Дюрера в предыдущий период его деятельности. От готической вычурности
к стильной красоте. Таков был пройденный Дюрером путь развития.